читаю ваши сообщения, понимаю, что когда просят совет вот, через электронную почту, интернет, канал, то это вообще-то неправильно. Почему? Потому что, допустим, вот заболевание, и в 90% случаев вот на него можно так воздействовать, и будет эффективно. Но вот это 10% какие-то случаи, на первый взгляд, непонятные, требующие особого там разбора. Вот. Ну вот, например, я принимаю семена тмина уже довольно-таки долго, несколько месяцев. Ну, кроме улучшений, я ничего не чувствую. Начал это делать для того, чтобы нормализовать работу кишечника, особенно толстого отдела. Да, получилось, да, принимаю. Да, еще супругу с утра ей 1/5 примерно чайной ложечки засыпаю, чтобы у нее работал кишечник нормально. У нее очень хороший кишечник был, но после какого-то заболевания с температурой, по-моему, грипп, вот это все разладилось, и в случае чего так раз сбивается. Ну вот, ей также даю. И вот приходит сообщение, что я принимаю там уже месяц черный тмин, и у меня на щеке все больше и больше появляется там прыщей. Связь, конечно, какая-то должна быть. Но в целом картина какая-то непонятная. Я пишу все бросить и сначала разобраться в своем здоровье, что было до этого. Мы как-то думаем, что что-то у нас вот сейчас возникло. На мой взгляд и мой опыт мне подсказывает, что все это трансформация, следствие одного и того же, которое было получено в далеком детстве. То она так проявится, то она сяк проявится, то еще по какому-то там. Поэтому выясни, что это такое. Что там у вас были там? Герпес там бывал. Был ли там это инородная инфекция там, червяки. Ну и примерно в таком духе. А потом уже на основании этого опять потихонечку возвращаться и понимать. А то получается вот, ага, тмин, как там еще с древних времен написано, поднимает всех, кроме уже умершего. И вроде бы должно действовать только положительно. А как показывает практика, что действие не только положительное, но и идет обострение чего-то, что может восприниматься как отрицательное, а в некоторых случаях и может действовать как отрицательное. Например, там кушать специи,
мол, они помогают. Да, не помогают. Ну, какое-то такое время должно быть небольшое, в зависимости от конституции. А так они могут запросто пересушить человека и вызвать такие расстройства, которых у него и не было. Поэтому это такое неправильное дело, что-то вот советовать или просить совета. Просто сказал, у меня полиартрит, что вы мне посоветуете? Вот и срочно жду рецепта. Вот из всего, что я опробовал, знаете, вот все-таки рецепт, он пытается подменить собой работу ума над проблемой. А, узнал рецепт. Ну, допустим, в некоторых случаях они очень хорошо подходят там. При ангинах, и то не всегда. А рецептик. Все, и дальше я поскакал, занимаясь тем же самым. А вот когда человек заработал, нажил заболевание, ну там подумает о том, о сём, и начинает голодать, то тем самым он действует по нескольким направлениям. В первую очередь, можно так сказать, он признает, что он своими неправильными действиями нажил это заболевание. И теперь он работает над том, чтобы эти действия ликвидировать, пройдя через добровольное страдание, которые возникают на голоде. Потому что многие вещи у нас возникают из-за того, что мы не можем контролировать свои привычки, вкусы, черты характера. Хочу, 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 хочу. И все эти хотелки выливаются вот в такие вещи. Поэтому здесь идет осознанная работа. Человек страдает, человек понимает. И уже после голода вернуться к прежнему образу жизни, понимая, что это опять приведет его к тому же самому. А это во многих случаях так и бывает. Но в конце концов человек все-таки меняется. Он уже несколько другой. Голодом создаются условия для очищения, для облегчения работы лимфатической системы, усиливается иммунитет. То есть многие вещи происходят. Но опять-таки это при условии, если до этого человек чрезмерно не истощен, не находится в каком-то там старческом возрасте и думает о молодице. Все имеет свои пределы. И рассчитывать на что-то такое чудодейственное не следует. Вот, и тогда получается, когда человек проходит голод, он вообще-то видеть процесс выхода болезни из себя. Выходят какие-то шлаки, выходит что-то там такое, ломит, крутит. То есть все это есть. Но проходит довольно-таки быстро и явственно. Не то, что когда идет лечение какой-то там рецептуры. Я даже это не буду говорить, что современной медициной, таблетками, а рецептурой. Когда идет лечение, вот этого вы ничего не видите, ничего не понимаете. И думаете, да, все это ерунда. То есть нету
осознанной работы над собой нету тех, ну, как бы сказать, страданий, которые надо, или, вернее сказать, больше неудобств, которые надо пройти своим волевым усилием, понятием, чтобы избавиться от этого. Нету этой работы. А раз нет этой работы, то толком ничего не будет. Вот из всего, что я прошел, вот этот вот царь-голод оказался таким средством, которое работает. И в том числе создает условия для того, чтобы этих паразитов, микропаразитов и прочее-прочее выковырнуть со всех мест их залегания. Рассасываются вот эти даже уплотнения, там спайки. Ну, естественно, это не один день и не неделя. Хорошая работа. И после, главное не вернуться к прежнему образу жизни. Вот. Да, спрашивайте, да, на что-то можно ответить легко и просто. Что-то там поискать. А когда минимум информации и хочется максимум эффекта, ну, тут уже посложнее и в корне неправильно. В это дело надо вникать. Это касается, то есть вот какие знания надо знать по жизни. Знаете, как нас в школе учат, так вот, вот это вот со школьной скамьи должно быть и у нас. Помимо того, что соблюдать правила гигиены, понимать, как поддерживать и сохранять свое здоровье какими-то простыми бытовыми вещами. И этого, оказывается, вполне достаточно. Он тот же Порфирий Корнеевич. Просто и ясно, без всяких заморочек, порекомендовал раз в недельку голодать там 24 часа. Так это, обливаться водицей, хотя бы ножки. Ну и сохранять бодрость духа. То есть в чем система оказалась эффективной. Потому что какие-то там занятия. Вот это уже, знаете, бизнес пошел. Абонент, там спортзал, бассейн там стоит там того-то, того-то, того-то. Вот, вот этот надо делать там. Кардио, мардио. Там взяли пешком и прошлись. Как и я, часок. Вот вам и кардио. А если два пройдете, это еще будет лучше. Но главное регулярно. Нет там дома какой-нибудь экспандер потягали, гантельки. В течение дня умеренно питаемся, соблюдая раздельное питание. Это дотолстеть не будем. Ну вот как-то так. А тем более, когда там спрашивается вот онкология, как, что, чё. Это тут вообще столько ответственности на того, кто там советует, непонятки.
кто просит совета, что с ним происходит. Поэтому я как можно меньше таких советов. Как можно меньше таких советов. Ну, а больше, вот, как любой канал, он имеет свои фишки. Один канал развлекает, другой канал там что-то там сообщает, информационный. Третий песенный канал. Вот у меня фишечка эта ежедневная. Рекомендации. По славянскому календарю, что это за день там, в честь кого он там назван, лунные рекомендации, ну и так общие. Это такая фишечка на каждый день. А потом уже пойдут рубрики «Целебная кулинария» и прочее, прочее, прочее. И еще хочется подчеркнуть значение работы с сознанием, а именно повышение своей нравственности, духовности в плане здоровья. Да, может там по жизни это не совсем с нашей материальной точки зрения хорошо, потому что материальных благ особо не будет. Но что касается здоровья, то вот хочется сказать следующее. Они там не делали никаких программ. Специально там не бегали. Специально не питались. Специально не применяли каких-либо противопаразитарок. Они шли по пути духовного совершенства, соблюдая это обет безбрачия, пост, молитву. Три вещи. Не достигали такого уровня, что их ни одна зараза не касалась. Просто не касалась. Оставили после себя тела нетленные, источающие мира. То есть вот на чем надо бы задуматься. А то мы все хотим решить витаминами, добавками, противопаразитаркой, спортивными тренажерами, там еще какой-нибудь фигней-мигней. А дело оказывается намного проще, но выполнимее, труднее. То есть здесь надо упереться и в каких-то разумных пределах, если хотим. И вот часто задают, конечно, такой вопрос, вот как, от чего зависит продолжительность жизни. И на эту тему у меня имеется свое суждение. Ну, вдобавок я нашел подтверждение этому. Мне прислали как бы разговор. Спрашивает монах, ну, одного такого продвинутого человека, от чего зависит вот, как бы, продолжительность там жизни. Говорит, ну, зависит от питания, от умеренности, от, значит, занятий, все там такое. Ну, послушал, говорит, а я думаю, что оно зависит от нужности. Если человек показывает нужность вот этому миру, в котором он находится, он его и поддерживает. А если он не нужен, то любой случай может оказаться последним. Вот так-то.
То есть важно показать миру свою нужность, что тебя создали не просто так, чтобы ты тут болтался, пиво хлебал, да еще там где-то фанател от чего-то и зависал где-то. Для того, чтобы ты делал полезные вещи для всего этого. Хотя бы радовался тому, что ты живешь. Вот сейчас живешь. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.ru. Доброго здоровья и до новых встреч!